7 лет назад, в первых числах января 2013 года, спортивный комплекс «Арена Истра» распахнул свои двери для посетителей. За это время место стало центром притяжения спортсменов разных возрастов и уровней по 15 видам спорта. Но, как оказалось, истринцы не совсем довольны инфраструктурой спортивного учреждения. Поговорим о пешей доступности спортивного комплекса «Арена Истра». Если идти со стороны улицы Юбилейная, то самым комфортным путем будет через пешеходный переход. Пойдемте. Он находится у нас с правой стороны. Этим путем пользуется наибольшее число посетителей. Ждем, когда нас пропустят. Ну, вот такие у нас водители. Итак, мы упираемся в лужу. Хорошо, тут камушек вот подложили. Особенно летом, когда дожди вот сильные проходят, такая лужа образуется. Пешеходный переход невозможно как бы подойти. Несмотря на преграды, мы продолжаем свой путь к спортивным достижениям по мосту через реку Песочная. Теперь у нас два варианта. Либо мы переходим на противоположную сторону к арене Истра сразу, либо мы попробуем пройти по прямой в надежде найти пешеходный переход. Честно говоря, идти тут не очень, ну, как минимум, комфортно. Гаражи, граффити, проезжающие машины и встречающиеся бездомные собаки. Но нет, вот отсутствие пешеходного перехода. И все-таки нам придется нарушать, чтобы перейти на противоположную сторону. Как мы уже сказали, арена Истра пользуется большой популярностью, поэтому и машин тут много. И даже если вы вынуждены нарушить, все-таки будьте внимательны. Ну что ж, пока мы ждали, когда нас пропустят машины, началась опять метель. Мы пытаемся перейти дорогу. Итак, наш тернистый путь продолжается. Мы уже ближе к арене Истра, потому что мы перебрались на сторону, на которой она, собственно, и располагается. Идем дальше. Меня заметает снегом. Наконец-то дошли до спортивного комплекса, и вывод можно сделать такой: если идти по наиболее популярному маршруту, то так или иначе придется нарушить, потому что пешеходного перехода, кроме того, где лужа, мы больше не увидели. Есть другие варианты пути, которые определенно будут более безопасными, но менее быстрыми. Началом маршрута мы определили дом номер 11 по улице Юбилейная. Первый лежит через пешеходный мост к арене Истра. Второй – по следующему пешеходному переходу и левой части автомобильного моста. Тем не менее, как мы уже сказали ранее, популярным остается путь, по которому прошли мы. За полчаса съемок в объективы наших камер попали пешеходы, переходящие дорогу не по зебре. А где ты нарушаешь? А вот возле перехода, когда вот по этой дороге спускаешься, там забор поставили, и когда ты уже совсем спустился, можно пойти вот через дорогу на пешеходный переход или прямо и туда. Усложняет ситуацию тот факт, что в начале улицы Спортивной, как отметили некоторые жители, недостаточно уличного освещения. Вот, ну вот здесь, там недостаточно света. Угу. Особенно когда в парк, к парку подходишь, там тоже мало света. Ну я бы побольше освещения бы сделала, так все в принципе хорошо. Мне ничего не страшно, мне все нормально. Это потому, что ты вольной борьбой занимаешься? Да. Не боятся тебя родители отпускать? Нет. А ты не вольной борьбой случайно занимаешься? Вольной. Ага. Уже в этом году, как сообщает пресс-служба администрации округа, территория у реки Песочной будет благоустроена, а также здесь появится новый парк. На работы будет выделено 20 миллионов рублей. Надеемся, что этих средств хватит, в том числе и на то, чтобы сделать путь к спортивному учреждению комфортным и безопасным. Впрочем, вспомним одно из совещаний Общественной палаты в ноябре 2017 года. На нем был представлен проект нового велосипедно-пешеходного маршрута в пойме реки Песочная протяженностью порядка 2 километров. В статье на сайте администрации муниципалитета сказано, что вместе соединения с улицей Спортивной, поворот с улицы Юбилейной к спортивному комплексу «Арена Истра», проект предусматривает обустройство пешеходного регулируемого перехода. В тот день данная концепция была принята членами общественной палаты единогласно. Два с лишним года спустя проект так и остался жить на бумаге, а безопасность подхода к спортивному комплексу вызывать вопросы.
А какие решения видите вы? Пишите в комментариях, и, возможно, ваши советы дойдут до компетентных лиц. Юлия Троицкая, Антон Лизаров, Истра РФ.